За год на ремонт тепловых сетей и ТЭЦ в Барнауле, Бийске и Рубцовске потратили почти 5 миллиардов рублей. Эта сумма беспрецедентна. В Барнауле благодаря ей впервые за много лет удалось заменить нормативные 3% изношенных труб. Но вы прекрасно помните отопительный сезон прошлый, когда у нас на сетях были ряд таких резонансных повреждений, когда в морозы мы отключали потребители, это и водопроводная ВРЗ, это и Исакова, это и Калинина, это Горно-Алтайская два раза, это и Димитрова, ну, ряд повреждений было. Прошлой зимой энергетики работали в авральном режиме. Сейчас ситуация изменилась в корне. Несмотря на то, что порывов численно стало больше, они не такие масштабные, их быстро устраняют. Всего за прошедший год заменили 30 километров трубопроводов. Основной объем работ пришелся с мая по сентябрь. В реконструкции теплосетей участвовали 11 подрядных организаций. В муниципалитете будут, как мы говорим уж точно, слово «прорыв» мы уже не употребляем, слово, наверное, «переломить ситуацию». Мы к этому будем стремиться, переломить ту ситуацию, которая происходит в системе, когда аварийность только растет. В 2020 году для этого отремонтируют 59 участков магистральных, внутриквартальных и циркуляционных сетей в Барнауле. В общем, будут продолжать согревать города. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.